второй день оперного фестиваля. Концерт Елены Заремба. Эта певица более известна на Западе, нежели в России, тем более в Чувашии. Обладательница прекрасного меццо-сопрано уже два десятилетия является одной из востребованных исполнительниц оперного мира. На концерте побывала наша съемочная группа. Оркестру под управлением Дмитрия Банаева хватило одной репетиции с оперной дивой для того, чтобы подарить зрителям фестиваля прекрасный концерт. Она пела в спектаклях и концертах с Хосе Курой, Пласидо Доминго, Хосе Карреросом, работала с Клаудио Аббадо, Владимиром Юровским, Львом Додиным и Франко Дзефирелли. Блестящая и глубокая меццо Елена Заремба покорила весь мир. Очень приятно, что на наш фестиваль приезжают такие знаменитые, замечательные звезды, как Елена Заремба. Мы очень ждали этого концерта. Надеемся, что получим удовольствие и положительные эмоции. Русский репертуар всегда был любимым для Елены. В первом отделении концерта прозвучали арии из опер русских композиторов. Ария «Вани и жизни за царя», с которой начался концерт, поразила обилием красок голоса певицы. Густой насыщенный тембр, ярко и неповторимо звучащий даже в нижнем регистре, влюбил в себя публику. Я не люблю серости на сцене. Я люблю, когда на сцене есть краски. Люди за этим уходят, мне кажется, в театр, за тем, чтобы получать удовольствие от зрелища, потому что серости мы видим на улице полно. Нам для этого не надо в театр ходить. В концерте с Еленой Зарембой выступили солисты театра оперы и балета Дмитрий Семкин и Ольга Вельдяева. Сергей Фишер, Николай Яковлев, Республика.